Хочется также поздравить всех жителей города Чебоксара с их юбилеем, с Днем города. Пожелать им всего самого лучшего, естественно, материальных благ. Больше, чтобы было как бы положительных открытий в плане каких-то исторических новшеств, в плане увеличения библиотек, увеличения промышленной инфраструктуры, увеличения количества жителей, поскольку, естественно, нам уже как бы сказали, что вы бы хотели, чтобы ваш город был более густонаселенным, имел большую плотность населения. Ну, надеюсь, все ваши желания в этом плане сбудутся. Большое спасибо. Всем привет.